Группа вооруженных террористов захватила заложников в одном из административных зданий и увезла их в неизвестном направлении. С таких вводных данных начались очередные учения сотрудников полиции. По тревоге были подняты участковые, оперативники, инспекторы ГАИ, группа захвата ОМОНа и СОБРа, а также авиационный отряд спецназначения. Сегодня проводились тактико-специальные учения со сводно-зональным отрядом в Безденчугском районе. Сводный зональный отряд 4 у нас входит подразделение, прилегающее к Безденчугскому району. Это у нас Безденчуг, Новокуйбышск, Приволжье, Хворостянка, Пестравка, Красноармейск. Автомобиль с условными преступниками и заложниками вычислили с помощью беспилотника. Район движения машины оцепили наряды полиции. На место выдвинулись ОМОН и СОБР. Взрыв светошумовой гранаты под колесами авто террористов. Секунда, и группа захвата уже разоружила злоумышленников. По результатам учений руководство провело детальный разбор действий каждого отряда. Подразделения получили оценку удовлетворительно. Улучшить навыки и повысить показатели полицейские смогут уже в ближайшее время, ведь такие тренировки в области проводятся ежеквартально. Анна Шорина, Максим Юрисов, специально для 63.ру.